Добрый день, дорогие друзья! Вчера хотела снять ролик о том, что у нас все не так гладко, как мы бы хотели. Но, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Видите, двор пустой, нету машины. Перевернулись мы вчера с ребятишками. Съездила я в школу. И, короче, все. Слава богу, у нас все хорошо. Мы бодры, веселы, мы не ноем, не причитаем. Железо купим. А я вчера думала-то, что у нас все не гладко. У меня нету сена. Нету. И я своему фермеру позвонила, и он сказал, что он буквально на днях все, короче, реализовал. Обматерил меня, конечно. По-отечески. Ну, то, что я лошарами кантара. Ну, я ему сказала, что это только с опытом постигается, что сена может не хватить. Но у меня вот здесь, видите, есть целый рулон. И я своим мальчикам, одному человеческому мальчику, а одному лохматому, всю зиму говорила: не трамбуйте вы снег около моего сена. А они здесь утрамбовали все. И как это теперь откапывать? Ну, как-то придется откапывать. Фиг его знает как. Конечно. Опа, опа. Ну, ничего. Откопаем. Лопата есть, руки на месте. Откопаем. У нас тут дезертировал опять один гусь. Сейчас мы со Стасом его загоняли. Ну что, жулики? Больше никаких боев? Ну, вроде никаких. Ну, посмотрим. Этим тоже сено накладываю периодически. Блин, теперь буду... Вот теперь у меня все сено будет нормировано. Так, как надо. Так, как положено. По 2,5 килограмма нарыла взрослой козе. Так, чего у меня? Тает? Тает! Yes! Ой, как здесь тепло! Я накупила там всяких семян. Серега, конечно, надо мной ржет, что у меня ничего не взойдет, то, что я посадила. А то, что не посадила, так и останется семенами. Но он меня плохо знает. Все, я думаю, что будет чики-пуки. Как же здесь тепло, прелесть, прелесть. Все, через месяц высажу редиску хотя бы. Блин, он опять, этот четвероногий мой друг, опять поиграл ведерком. Совочек-то вон на крыше так и это лежит, чтобы он не играл снегоуборочной техникой. А ведро опять я буду искать потом. Но сейчас-то его уже не засыпет. Я думаю, что я очень много чего нынче под снегом обнаружу. Так, видите, лыжня? К этому, к нашей куче, к навозной. Это Серега прокладывал путь. Ох, ребят, какие слова он говорил при этом. Ладно. Это ж прямо песня. Развернись, душа. Так, я надеюсь, что я не провалюсь. Да я уже тут не провалюсь. Вот она, ведерочко. Жулик. Где, кстати, этот жулик? Чтобы я его хотя бы маленько пожурила. Баюша! Байкалушка! Простите, если я слишком громко. Сына моя! Скорее, скорее! А, ты даже так, ты... Да уж, тебе крылья не нужны. Привет, мой золотой. Чё, опять ведром играл? Ведром играл. Да, ты мой хороший. Пошли на место его складывать. Опять гусей гонял сегодня, а? Ты опять гусей гонял? Жук-моржук. Ну нельзя их гонять.
Сколько раз тебе говорить? А? Пошли, понесли ведро. Вот так вот и ходим. Подбираем все, что разбросано. Видите, хозяйственный. Половики разбрасывает. Хотя всем говорит, что он их трясет и помогает по хозяйству. Отцепись от ведра, Христа ради. Спасибо. Ой, как хорошо он отцепляется теперь. Зубов-то нету. Ой, не ущипнул меня. Так. Все. Куда-нибудь его повыше. А то сейчас этот товарищ, который нам местами совсем не товарищ. Вот сюда его. Вот этот товарищ, который нам больше друг, чем товарищ, опять его стащит. Так, а на Марька орёт не зря. Видите, опять репейник. Вот она, репейка. Весь репейник собрал. Весь. С двух огородов. Ну, нынче будем выводить. Нафиг мне столько шерсти порченной. Вот она, жопонька моя. Смотрю, конечно. Да чё смотреть-то и вздыхать. Надо копать, как в том анекдоте. Не спать, не спать, косить, косить. Вон он опять, этот дезертир. Байкал, пошли его с другой стороны загонять. Да не меня загонять-то, хомячина ты переросток. Пойдем. Ой, все, мы не играем уже. У нас дела. Так, экономия должна быть экономной. Так, 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 так. Где он есть? Она, это звезда. Давай быстро. Байкал, тут стой. Все, загнали. Вот когда он дурака выключает и включает нормальную собаку, да? Тогда у нас с тобой все получается. А пока ты паровозиком за мной бегаешь, у нас с тобой гусыня одна, она с тобой вдвоем загоняла по территории. Куда вы собрались лететь-то? Уже все обратно возвращаются. Умники. Вот идите давайте, идите, идите. Иди. И своих вон забирай. Ну, привет. Ты к нам? Ну, иди к нам. Странная птичка. Короче, не будь я русская баба, выкопала себе сено чутка и сломала лопату. Серёг, я тебе потом покажу ее. Там без слез не взглянешь. Ну, вот так вот выкопала. По крайней мере, докопалась до сена. Вон оно. Все сухое. Сухое. Буду через дырдочку лазить. Все, хоть козы не голодом. Конечно, конечно, Байкалушка. Разумеется. Разумеется. Ты уже... Ой, завалил. Завалил, морда твоя. Завалил. Ох ты мой золотой. Золотой, золотой, золотой и слюнявый, и слюнявый. Вот так и копаемся. Все, пошли с детьми уроки делать. Никто не дезертировал из вас? Ой, бедная. Поскользнулась. Ладно, друзья, побежала я. У меня сегодня очень много уроков. У меня ребятишки пока на домашнем. Пару дней. Возить в школу нам их не на чем.
Сережка с мамой уехали в Питер. Вот, там за лекарствами маме. Вот, завтра приедут, послезавтра ребятишки в школу пойдут. Да? Ну что ж ты меня жрёшь-то все время? Я считаю, что это от большой любви. Однозначно. Стопудово же, да? Вот. Ладно, друзья, пока-пока. Берегите себя.